Это батюшкин дом первый. Я потом с улицы покажу его. Первый саманный обложил кирпичом. А тут братья помогают сейчас. Пристройку устанавливают. Вот это Иван Грибанов помогает. Вот Кузьмин Николай Георгиевич. Наверху вот Пахмутов Георгий. Вот они трое. Мы с Володей двое уезжаем в другое место. Вот как оно накрывается. Вот. Господь это делает. Материал-то хватит? Вот. Я прошел тут вперед маленько. Там колодец, который я делал. Вот тоже наклонившийся. А это тут выставляют. Вот зеркало его видно долго, далеко было. Выпали поперечинка из зеркала. Вот так. Он куда-то пошел, Иван Грибанов. Куда пошел? Я за ним. А, вон где доски. Вот это вот сарай большой. Мне пришлось сделать батюшкой, кажется, вдвоем. А вот это-то под ногами-то железяки-то убери. Нечаянно наступишь и слон куда-то в сторону. Смотри, как торчит-то. Вот так подними его куда-то и к кирпичам наклони вон туда. Смотри, она как на... Это решетка, колосник самодельный. Под ноги всегда смотри, не запнись. Вот эту-то нельзя убрать, и как она тут торчит. Вот так. Вот тут пойду я по середке. Тут с этой стороны тоже вокруг дома почти. С двух сторон. Огромные пристройки. Это матушка, смотри, что у нее тут. Ой-ой-ой. Это не просто так. Ой-ой-ой. Вот я пришел куда. Пошел с этой стороны. Такая сегодня 15 сентября 2022 года. Четверг. Завтра пятница, 16-е. Престольный праздник Потеряевки. Святого мученика, священномученика. Вот так. Вот этот дом целиком, видать, его батюшка его обложил кирпичом. Зень. Тут все мне дорого. В самом начале. Не знаю, батюшке-то не всегда удавалось быть. Аки саман, кирпич, это он один делал. Ну, помогали, конечно. Вот, это вот Иосиф строил.